Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал видео, на котором проводит тренировку по теннису с шестикратным победителем турнира в категории АТР Кареном Хачановым. С 27-летним теннисистом тоже сыграла дочь фигуриста Анастасия. «Попытки играть в теннис, особенно с Хачановым, особое удовольствие для меня и моей дочки, которая занимается профессионально теннисом. Карен, спасибо за историю, которая останется для нас навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», написал 46-летний атлет в своем телеграм-канале. В январе 2003 года Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, которая привела к некрозу тканей. В итоге фигуристу частично ампутировали руки и ноги. Позже он перенес протезирование конечностей и был выписан из больницы в июле текущего года. Он завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой.